ничего такого неожиданного для вас сказать мне нет. Во-первых, не обязательно я фол. Потом непонятно, как сквозь стенку пролетает мяч. Получаем гол. Практически подарили все это сопернику. Вот. О чем договаривались, о том, как надо было начинать играть, значит, частично не выполнили. Поэтому какие-то неудачные действия в стартовом отрезке матча были. Ну и мы сами все с вами знаем, что если ты не забиваешь, так ты не выигрываешь и даже не спасаешь матч. Моменты мы создаем, и моменты мы во многих матчах создаем. А вот чтобы мяч влетел в ворота и оказался удар голом, вот с этим у нас сложности. Уважаемый журналист, ваш вопрос. Сергей Юрьевич, ну мы сегодня практически ничего не дали бежникам создать в контратаках. То есть такое оружие, это хорошо разобрали? Мы хорошо бы сыграли, если бы сыграли со стартового отрезка. Так. А вот стартовый отрезок мы сыграли неудачно, в то время как раз то, что делали потом большую часть матча, как раз об этом вся подготовка и была.